Ну что ж, ребята, всем здорова, с вами Косеркот, и сегодня у нас с вами будет игра под названием «5 ночей с Фредди Data Breach». Ну, то есть, «5 Nights Freddy's FNAF Data Breach», короче. В общем, мне Boxland написал эту игру, то, что она есть, то, что она вообще классная, то, что она очень красивая по графике. Помните, я снимал Security Breach прохождение в Роблоксе, она была тоже классной. Но там не хватало классного графона, ну и немножко, конечно, все-таки еще раз игру улучшить. Так вот, в этой игре все есть, смотрите. Опа, и это просто красивая графика. Ладно, погнали, нажмем на play. Сейчас будет лагать какое-то время, но я потом это поменяю на своей графике. Мы сейчас с вами все это настроим дело. У нас пошла какой-то звук. Кстати, музыки вначале не было, очень странно. Вот. Я могу что-то сделать? Я не могу ничего сделать. Вау, ребят, это шикарно. Короче, мы забрались у него в животе, и он жалуется на нас, что какой-то гам. Ты сидишь в моем животе, что ты мне? Кто ты такой? Ля, не, ну графика, конечно, вау. Графика, конечно, это офигеть, даже FPS лагает. Где? А что так сильно не лагает? Вроде бы такая локация большая, а мне не так сильно лагает. Ладно. Вот так сделаем. Так сделаем, все. А чё? Нет, подлагивание есть. За подлагивание сорян. Все-таки это Security Breach. Да ну нет, я лучше так сыграю. Про мать бы лишнее. Скрини в окно. Чё там реально сейчас будет, Ванесса? А ее здесь нету! А ее здесь не было! Или была, кстати. Я просто пропустил. А можно начать игру уже? Возьми это. Фазмач. А он должен был быть и у него в руке или в животе вроде бы. Но не тут. А. Ну ладно, допустим. Окей. Фазмач. Все. У меня задание не взять фазмач из Фредди, но я уже взял. Найти кнопку дать Фредди. Бесплатный Фредди. Что? А, это. Давай, Грегори. Ну ладно, я пошел, пока. Вау, не, ну графон, конечно, здесь вау. Погоди, стой, стой, на прыжечку тебе надо. Извините, конечно, слово как у Винди, но... Скажу это на превью. Чат можно вырубить? О, все. Вот так вот. Красавчик мой, красавчик. Так, все. Все, идем. Идем отсюда. Идем, просто идем отсюда вон. Давай, оп. Все. А приседать здесь? А, приседать здесь можно. Но нам. Ну мы такой маленький, что нам бессмысленно приседать, мне кажется. Тут вентиляция с размером у нас. Ага! А Роксана, это закрыто. Здесь, походу, все будут закрыты. Походу, только будет, наверное, одно задание доступно, остальные нет. Очень грустно, но в будущем игра, естественно, будет обновляться, поэтому, да. Звуков здесь вообще, кстати, нет. Блин, сорян за подлагивание, ребят, но я здесь ни при чем, серьезно. Я не виноват, что мне не хватило денег. А сюда забраться просто нет. Невидимые стены, о нет! Так, туда просто продолжаем идти. А здесь, а? Опа! Нет, там никого нет. Это просто деньги для Чики. У меня кого-то фига опять нос заложен. А что здесь постелено, кстати, под нос? О, нет. Он будет долго рассказывать про то, что... Про эту пиццерию. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Блин. Грустно, между прочим. А здесь?
А здесь до хрена чего есть на самом деле. Но самой Роксаны нету. Куда делась Роксана? А может игру вообще переделали? Типа здесь другой сюжет будет. Как мы ищем аниматроников. Ладно. Ладно, пойдемте. Блин, ну подлагивает, конечно, жестко. Простите, ребят, за это, но реально. Я, в принципе-то, и не хотел этого. А, ой. Мне надо фотоаппарат найти же. Ну, если я правильно помню, то нам надо сюда. Кстати, это же картинки из обычных фнафов. Нам надо идти сюда. Вот. Все. И вот здесь сюда фотопас. Один бесплатный фотопас. Интересно. Один бесплатный фотопас. И мы здесь одни. То есть, это как-то связано. Почему? Они кого-то знали, что мы сюда при... Ой. Серьезно! Серьезно, что ли? Нет! Нет! За что? Я, в принципе, знал, что это будет, что там не до конца будет игра сделана. Но я не знал, что у нас столько. Это капец. Ну, ладно, игра сама по себе неплохая, по графике тоже неплохая. Вот. Там много чего, естественно, надо сделать, исправить. Я надеюсь, что в будущем разработчики это все сделают. Ну, а с вами, ребят, я прощаюсь. Всем покедова. С вами был Кайсер Кот. Обожаю вас. Всем покедова.